Волейбольный Енисей сотворил настоящее предновогоднее чудо. Красноярский клуб на своей площадке обыграл лидера чемпионата «Новосибирский Локомотив», при этом затратив минимальное количество партий. 3-0. Это была последняя игра чемпионата России среди мужских команд в 2019 году. Хоккейный «Сокол» продолжает борьбу за место в плей-офф. Команда на своем льду одержала две очень важные победы над ангарским «Ермаком» со счетом 3-2 и 3-1. Но плотность в турнирной таблице во второй конференции сейчас настолько высока, что даже этот успех не позволил «Крылатым» укрепить свои позиции. Команда продолжает замыкать первую восьмерку. Именно столько клубов по окончанию регулярного чемпионата продолжат борьбу за Кубок Петрова. Как и волейболисты, «Сокол» проведет свой следующий матч уже в 2020 году. Ну а сегодня в эфир выйдет завершающий выпуск большой спортивной программы. В этот особенный день для вас мы подготовили подборку самых запоминающихся моментов уходящего 2019 года. Я локтем саданулся, немного было, да? Это рыба. Это рыба. Главное, что это рыба была. Это... Ну, наконец-то. Как ощущения? Ощущения шикарные, но они не стоят 3 часов времени. Марш! В аутсайдерах будет плохо, лед летит вовсю. Я признаю свою капитуляцию. Очень плохо. Я сползаю. Будешь писать объяснительную. А сколько вы за соточку берете? Так же, как в том году, 300 рублей, да? 350? Ничего себе. Ну, я подумаю еще этого, подумаю вам. Так, подумайте. Все, до свидания. Подумайте. Это отлично было, да? Об этом и многом другом не пропустите итоговую программу «Афонтово Спорт» сегодня в 21:30. Антон Соркин, Эдуард Баглай, Андрей Ткачук, «Афонтово Спорт».